Всем приветики. Это третья на сегодня посылка. Пришла в почтовом пупырчатом пакете. Хотя зачем проводам пупырка, непонятно. А с ними же ничего не случится, даже если на них надавить. Их там должно быть 5 метров. Лежат в таком зип-пакете. Правда, он не закрыт, потому что они туда не влазят. Хотя можно было бы вместить, сильнее их закрутить. Вот. Но это, в принципе, не важно. Вот. Сами провода, вот они такие. Это, по-моему, сколько АВГ, то, что там у них АВГ считается как-то. Вот. Здесь должно быть написано 300 вольт, 50, 80 градусов, 18 АВГ вот оно. Там они чем меньше, было 24, 22, 20, 18 АВГ. Чем они меньше, я так понял, тем они толще получаются. Так. И 5 метров их здесь должно быть. Сейчас попробую зачистить, посмотреть, что там. В общем, я решил немножко переменить освещение. Оно какой-то оранжевый цвет получался. А должен быть белый. Вот. В общем, они легко рвутся. Я так подтянул. Они сразу подтянулись. Они очень легко тянутся. Вот. И изоляция у них тоже слабенькая. Потому что я легонько задел ее, и она так быстро снялась, причем даже немножко проводов зацепила. Сами провода, они такие вот, как бы это сказать, ну, такие не медные и не, я не знаю, что это за такой материал. Алюминий, не алюминий, что это вообще такое? Ну, вроде как они писали медные, но просто, ну, я не знаю. Ну, в общем, мне кажется, паяться они должны хорошо, и то проводить должны хорошо. А что еще надо, типа? Вот такие провода, чтобы было видно. Ну, в целом, вот так вот они выглядят, когда они разрезаны, такая толщина у них. А когда разрезаны, вот их там много, в общем. Я думаю, что они должны нормально паяться, вот так, если их закрутить, как я обычно закручиваю перед припайкой. В общем, такая вот получается штука. Блин, что фокуса совсем нет. Ну, вот такая вот штука получается. Такие вот провода. Потому что я часто паяю, провода нужны. Я взял такой специальный, типа, уже видно было черный минус, красный плюс. Ну, им-то все равно, какой стороной, но так тебе будет удобнее. Вот, и такая вот штука, типа. Ну-ка посмотрю, как они вообще. Должно быть норм, мне кажется. Блин, что я сразу не линейку не взял? На линейке так четко видно все. В общем, размер где-то 2 миллиметра провода с изоляцией. Без изоляции где-то будет миллиметр. Плюс, и когда он разорван, ну да, миллиметр. Это он закрученный, а если раскрученный, то там вообще типа... Их там, этих волосков, много, просто я уже закрутил. Но, в общем, вы тогда видели, что их там... Много, они мелкие, их там. Сами эти ворсинки очень вообще тоненькие. Вот, и их там много, их вообще как-то так рассмотреть сложно. Не знаю, так вот получится, вон их как, сколько там много. Вот, такие дела для моих всяких штучек, чтобы припаивать все. Вот. На этом все, всем покедова.